Всем привет! Кто знает меня, давайте палец вверх. Кто не знает, меня зовут Денис, живу в Париже уже 5 лет. В этом видео я не буду рассказывать о жизни в Париже, во Франции. Это видео обращение к вам, точнее видео вопрос. Точнее к тем людям, которые живут во Франции и разбираются в жизни здесь. Значит, в чем вопрос? Есть три города. Бордо, Лион или Ницца. Значит, я выбираю из этих троих городов, куда мы переедем жить. Но пока я не могу определиться, куда точно. Еще раз повторю, три города. Лион, Ницца и Бордо. Те, кто живут в этих городах и больше года, те, кто может что-то сказать, какие плюсы, какие минусы жизни в этих городах, прошу вас, напишите в комментах. Рассматриваем вариант, куда переехать. Что я подразумеваю под словом переехать? Переехать это туда, значит, полностью все забрать свои вещички из Парижа и переехать туда. Купить там недвижимость и осесть там, ну, основательно. Те, кто может что-то подсказать, посоветовать, какие-то пропозиционы, какие-то консей, что-то такое, пишите в комментах, все принимаю, все будем рассматривать. Все, всем спасибо и до новых встреч.